легенда киберспорта. Я ни разу не сказал подобное про себя. Мне надо понять одну простую вещь. Только у Корбана аккаунт отключенный. Только есть один человек в этой игре. Тариф игровой обновился. Теперь ты получаешь не только больше бонусов, бесконечный премиум аккаунт ET44100, но еще два премтанка в аренду на месяц. В январе это Т26Е5 и имбовый барабанчик Сомуа СМ. Кстати, потом ты сможешь их выкупить со скидкой. Подключай тариф игровой по ссылке в описании и забирай все бонусы. Артемий, ну ты, я вижу то, что ты хвастаешься личным рейтингом. Для меня это уже показатель. Того, что там, скорее всего, все абсолютно в рамках механики произошло. У тебя просто из-за неграмотности нету понимания, чему ты не пробил. И ты все это скидываешь на открут. Обычно так бывает. Я вообще хочу распространять подобные реплеи, показать, что творится у обычных игроков на чистом маке, без модов и так далее. Вот твоя риторика ясна. До тех пор, пока ты не поймешь того факта, что всех абсолютно все одно и то же, то все обычные игроки, ты будешь вот этому удивляться и думать, что ты вот один особенный. Ты понимаешь, что ты под словами «обычный игрок» себя, наоборот, делаешь необычным игроком. Ты считаешь, что здесь в игре есть специальные аккаунты для там стримеров, для кого-то там, а есть аккаунты для обычных игроков. Почему-то за 11 лет игры никто не смог ни разу доказать этого. Наверное, потому что такого не существует разграничения. Мне надо понять одну простую вещь. Только у Корбана аккаунт отключенный. Только есть один человек в этой игре. Один, которому специально откручивают, потому что он бесит Wargaming. Потому что он правду рассказывает про них. Ему и за это откручивают назло. Один. Это Корбан. Илюшка Даллас. Все остальные абсолютно на равных правах играют. С одинаковыми возможностями. Да, Нави тоже подкрутит. Ну конечно. Это ж проект. Вот сейчас Нави закончили, все, теперь никто не подключил. Драйк, ты сейчас это на серьезе или рофла ради? Ты уж... Да, думай сам, так сказать. Кто меня знает, на серьезе я или рофлю? Блин, иногда кран... Вот прям все попадает в этих 60 ТП, в НЛД, ты такой, что, танк точный, что ли? Ты же знаешь, что он ни хрена не точный, а стреляет будто бы точный. Ну чё? Ответ очевиден. Особенный аккаунт, подкрученный. Чё? Готов от всех собрать. Я, конечно, понимаю, что спорить бесполезно, но дело тут в том, что я, например, бывает и ликвидатора подрубаю. А, у ликвидатора подобную дичь наблюдаю. Бывает, сам свой реплей запускает и показывает. Подожди, у тебя что-то не клеится. Подожди, стоп, тихо. Не спеши, главное. Ты же рассказываешь про то, что есть обычные игроки, есть особенные игроки. Ликвидатор уж точно относится к особенным игрокам, у которых статка сумасшедшая, которые в 5К плюс играют и так далее. Как это так у тебя получается? То вроде как... Он не обычный игрок, а при этом у него тоже не летит. Как это так? Что-то у тебя не вяжется с твоей логикой. Есть игра, есть рандом, есть механика, есть сервер, на котором все рассчитывается, есть клиент, есть постоянный рассинхрон в зависимости от обстоятельств. В этот рассинхрон запихивается, залетает очень много всяких веселых периодических вещей, наподобие пролетов снарядов насквозь танка и так далее. Но это все моменты, которые, во-первых, исправить, как я понимаю, невозможно. Во-вторых, они происходят настолько редко, что забить. Ты о ком канале речь идешь?
Критику должны принимать достойно, блогеры не исключение. Я вижу игру его в данный момент и вижу, что реализовывает обстоятельства, в которые складывается игра. Ты про меня, что ли? Естественно, не реализовываю. Кто-то говорит, что я все реализовываю. Я тебе скажу так, что даже когда... Если мы возьмем самый лучший результат, то и если мы проанализируем, мы увидим, что он тоже... Этот игрок в самую лучшую свою сессию там и относительно других в самую лучшую сессию не все реализовал. А у меня как бы, знаешь, и нету заявок на то, что я супер топовый игрок. Понимаешь, это же ты себе придумал то, что страйк это топ-1, там всякие люди рассказывают, что это там легенда киберспорта, бла-бла-бла, там вообще супер-мега игрок на дебатер. Ну, пацаны, я не виноват, что вы это сами придумали. Я ни разу не сказал подобное про себя. Ни разу. Да? Никогда я не говорил, никому не рассказывал, не доказывал, не объяснял, что я топ-игрок. Вообще такого не было. Вы в это сами поверили, в это уверовали, и теперь... спрашиваете с меня, будто бы я прям топ-1 World of Tanks и должен, соответственно, всегда 100% показывать. Я бы с удовольствием это показывал, если бы мог, но я не могу. Играю ли я на похуй? Не стараюсь? Нет, я стараюсь. Могу ли я лучше? Ну, могу лучше. Могу ли я на топ-1? Нет, не могу. Это нормально. Ну да, это нормально. Пацаны, ну, вообще-то у вас даже все официально заявлено. Плюс-минус 25. Система... разброса по гауссу, отображение, так сказать, картинки на твоем ПК, а расчет того, что отображает картинка на вообще серверах, на кластерах, которые знают, где находятся. Разумеется, это нормально. Весь пи***ц, который происходит, это, блин, нормально. Так техника работает, что поделать. Не слышал никогда, просто набрал в Ютубе танки, попался твой эфир, а кто поверил, уверовал, не знаю. Ну, ты, возможно, да, новичок. И ты, смотри, ты новичок, вроде бы не было разговоров, ничего про скилл, но ты почему-то начал такую вот риторику вести про то, что я не реализовываю. Я, в принципе, нет, чё... Удивительно, нет. Ну да, я не реализовываю все. Я, во-первых, объяснил, почему не реализовываю. Вторая причина еще того, что я играю не на свой максимум, даже близко, потому что я, собственно, последний раз плотно играл в конце декабря месяца. Я 3 недели практически отдыхал от танков. Башка соображает очень медленно. Вот это вот. Вот моя реализация. Такие вот моменты смешные, потому что я игру не чувствую. Можно было бы здесь дать 3? Можно было бы. Спешил ли я? Нет, не спешил. Но все равно не дал, будто бы спешил. Потому что вот моменты всякие не чувствую. Там вот какой-то рельефчик, который я не ожидал вообще увидеть. Я его тупо не помню даже. А. Надо поднабрать форму, естественно. Для этого было бы неплохо попрактиковаться побольше. Мне надо 4 убить. Я дал позицию. Она хорошо выставляет ромб. А. Бей его. Тихо-тихо.
Отпустили дурака. Ой, красавчик, лучше. Давай, давай, за трупики, за трупики, за трупики, за трупики. А. Мансирую, мансирую как-то. Смешные непробития, конечно. Повезло мне с 268. Такой, блин, накипатор попался, блядь. Там не попал в упор, тут потом трупик врезался, а тычку мне из-за этого не дал. Ну и, конечно, СТБшник у меня просто красавчик вообще. СТБшник просто лучший. Ну, по крайней мере, лучший, пацаны, лучший. Касаемо этой ситуации, по крайней мере, от него толк был. Ой, на старости лет заставляют нервничать, блин. О, ликвидатор в чате, здорово. Как там? Делишки твои молодые.